Дорога. Дорога к этому домику. Ну как домику? Ну домик. Для кого-то домик. К домику, где жил, процветал, жирел, срал, когда-то изгнанный президент Украины. Витек или Шапкократ. Кому как удобно. Где тут пеньки? Не знаю. Дайте мне бензин, я их спалю. Так где они? Так где они? Фанфары. Где? Где фанфары? А, нет, да? Ну правильно, потому что к таким домам и людям, которые обокравший народ, там не тысячу человек, там не предприятие, а всю страну. Не то, что фанфары нужны. Они просто не должны существовать даже в памяти. Ой, блин.